Курс на комплексную застройку. В Нарьян-Маре разрабатывают проект многоквартирного жилого дома в районе лесозавода, в который планируется переселить жителей из ветхого и аварийного фонда, детей-сирот и других социально нуждающихся категорий граждан. Подробности далее. Многие годы в Нарьян-Маре практиковали точечную застройку. Теперь принцип будет иным – комплексное освоение территории там, где это возможно. На участке земли в лесозаводском микрорайоне, собственником которой является ненецкая нефтяная компания, планируется построить до 40 тысяч квадратных метров жилья. Договором предусмотрено в ближайшие 3 месяца разработка концепции застройки участка, выполнение инженерных изысканий и согласование технических условий с ресурсоснабжающими организациями. После чего приступим уже к полномасштабному проектированию с выходом на экспертизу где-то в сентябре следующего года. Для ускорения темпов строительства жилья все материалы для будущих домов планируется изготовить на СГК Заполярье, что повлечет за собой увеличение количества рабочих мест на комбинате. Проектам жилых домов в комплексной застройке уделят особое внимание с учетом особенностей климата. Мы хотим поднять, уровень комфорта в этих домах, да. Значит, это проектировщикам, дали техническое задание предусмотреть возможности индивидуальных тепловых пунктов в этом доме, что позволит в дальнейшем эксплуатацию снизить. Соответственно, возможно, если по проекту получится колясочный, да, потому что мы все знаем, соседи всегда ставят там велосипеды, там санки и прочее, это будет отдельное помещение. Ориентировочные сроки начала строительства – конец 2022 года, начало 2023. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, телеканал «Север».